Здравствуй, дорогой зритель. Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. Дмитрий Шепелев взял отпуск и отправился на Мальдивы. В Инстаграме 37-летний телеведущий поделился видеороликом, в котором показал, как проводит время со своей семьей. На курорте он отдыхает вместе с 7-летним Платоном, своим сыном от певицы Жанны Фриске, невестой Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой от первого брака. В коротком видео рассказывается об одном дне из жизни отдыхающих. С утра звездное семейство отправилось на морскую прогулку. Шепелев снял своих близких на пирсе по пути к катеру. Позади Екатерины и Лады идет одетый Платон, одетый в цветные шорты и в синюю футболку. Правда, Дмитрий по своему обыкновению показал сына только со спины. Но если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться, подписал телеведущий ролик, в подробностях запечатлевший их морской вояж. В видео Дмитрий также рассказал, что у него до сих пор нет российского гражданства. Телеведущий родом из Минска и как гражданин Беларуси, по прилету в Москву он обязан предъявить справку об отсутствии COVID-19. Сейчас я буду сдавать тест на коронавирус. Через несколько дней я возвращаюсь в Москву, я не гражданин России, и по прилету мне нужно будет предоставить результаты анализов, сообщил Шепелев. Со своей избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой, Дмитрий съехался в прошлом году. Телеведущие и его невеста вместе с детьми живут в большой квартире на Патриарших прудах. Платон и Лада – ровесники им по 7 лет. Ребята ходили в один детский сад, и именно они познакомили родителей друг с другом. Телеведущий уже называет Ладу дочкой и не скрывает, что он очень счастлив со своей семьей. Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в Инстаграме он как-то проговорился, что подумывает о женитьбе. С 37-летней Екатериной Тулуповой 37-летний телеведущий начал встречаться 3 года назад. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году. Недавно телеведущий упомянул, что они с невестой ищут новую квартиру, попросторнее нынешней. Из этого подписчики телеведущего сделали вывод, что они готовятся к свадьбе и, возможно, к прибавлению в семействе.